Прежде чем я начну свое сегодняшнее выступление, я хочу кое-что сказать. В это мрачное время, когда города захватываются, я пытаюсь вспомнить. Свет длится вечно. Темнота длится вечно. Темнота длится вечно. Даже на одну секунду. Когда вы включаете свет. Я знаю, что радиовещание может привести к моей казни. Но я не позволю, чтобы меня заставили замолчать. Я надеюсь, что завтра вы снова настроитесь на эту волну. Когда я был ребенком, меня учили определять местонахождение радиочастот. То, что они видели, это не я. Голос был моим спасением. Вы должны найти ее. И вы сами убьете эту девушку. Немцы уже близко. Все люди в мире одновременно стали злыми. Это не все люди. Нам не следует привлекать внимание к этому дому. Иначе мы не будем спасены. Я найду ее дочь. Если вы потерпите неудачу, она умрет первой. Я думаю, вы знаете, что я ушел. Вы посылаете сообщения, которые помогут выиграть войну. Мы не можем отдавать деньги этим монстрам. Франция им не принадлежит. Кто-то из нашего поколения считал, что если говорить здраво, то, возможно, безумию этой женщины придет конец. Я не знаю, сколько у меня осталось времени, но я останусь здесь. Там, где все началось. На этом все и заканчивается. Нет, вы находитесь там, наверху. Выхода нет. Самый важный источник света — это тот, который вы не видите.